Ну дайте выйти, пожалуйста. Единично, привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Кошак. Как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем отличнейшую рубрику и самую популярную на моем канале. Аниматроники пугают охранника. Ваша любимая карта FNAF 3. Я буду сегодня за аниматроника пугать пацанов. Но на сегодня жесткое РП. Пацаны должны одевать маски и не проигрывать. А я должен быть злостным аниматроником и ловить их, когда они будут без маски. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Так, ребята, на этой карте есть лифт. И каждый раз, когда я буду подниматься на лифте к вам, вы должны быть готовы к тому, что я буду вас мочить. Все по-честному. Если что, в вентиляцию. Ой, фу, в шкафчик спрячусь. Да-да-да, кстати, там есть шкафчик, но я вам покажу, когда-нибудь там прятаться, я их буду видеть. Так, давайте, первая попытка моя. Все-таки надеюсь, у меня получится. Так, давай. Слушай его только, Серега. Вы можете нажимать, кстати, кнопку, не давать мне подниматься. Лифт будет сразу. Лифт сразу будет опускаться. Ах ты галимый, только сказал, стой! Да я пока шутил, ну да. Пока. Да подожди, подожди, сейчас. Сейчас, я тебе сейчас сделаю райскую жизнь. Я успел. Ты чё, без маски? Я увидел. А я с маской. А ты с маской, молодец. Если вы без маски, вы должны прятаться в этом шкафу. Давайте, ребята, покажу. Здесь есть шкафчик, в который они могут залезть и сидеть там шкериться, пока я здесь по пиццерии хожу. А я за каждого аниматроника буду подниматься и делать обход. Так как уже ночь, я хожу и проверяю, чтобы здесь все было четко и классно. Пиццерия очень оптимизирована, очень антуражно и сделано все по канону NAF 3. Провода висят. Все такое очень прикольное и интересное. Игровые автоматы тут есть. Не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал Димас.ТВ, потому что мы выпускаем ролики каждый день, а каждую субботу и воскресенье еще и выходят стримы по вашим любимым играм. Спасибо вам. Так, здесь все четко. Спускаемся на лифте и берем другого аниматроника. Каждый раз, когда я буду подниматься, я буду брать другого аниматроника, чтобы прям интересно было им. И они не будут даже знать, какой аниматроник к ним поднимается. А вы слышите, как тут в этой карте идет гром? Очень классно сделано. А. Мне иногда расскажется, что это у меня. Он здесь. А, он на лифт бежит. Ага, в маске, мои кенты. Это мой брат Фредди. Так, ребята, сейчас вам покажу первый этаж. Здесь очень круто сделано первый этаж. А вы ржите, Серега, я сейчас к вам приду. Так, здесь все у нас прикольно. Здесь, как получается, подсобное помещение. Ящики стоят. Такое. Слышь, ты лифт! Лифт мой, нельзя, я же еще не поднимаюсь, подожди. О, взял другого челика. Сейчас. Да слышь ты, говно, это мой лифт, говорю. Нет, это мой лифт, туда сюда лифт мой. Ребята, они меня троллируют. Я сейчас поднимусь и убью тебя сразу, я тебе говорю, я тебя сейчас убью. Вы что лифт глючите? Поломаешь лифт, будешь должен 50 гривен. Ах ты, говно. Я за через расстояние вас убью, я тебе говорю, я сейчас без лифта поднимусь. Читер вонючий. Там говорил, что это можете использовать. Да ну не так же часто, я же должен к вам подниматься, делать обход. Ребята, они меня троллят. И так весь ролик просидим. Сейчас поудаляю двери на лифте, чтобы видеть, как он поднимается, я успею зайти на него. Ах ты, говно, успел, да, залезть? Смотрите на его подлые глаза, как он сидит и смотрит. Кошак молодец, думает, ну тебя нафиг. Обходик делаем. Ну нафиг. Я могу невидимым вставать, давайте невидимым походим, чтобы напугать их вовремя. Видимый, говоришь. Опа. Ах ты молодец, маску одел. Ребята, очень хитрый. А куда ты? Оттуда, куда не найдет. Давай, Димас, пока. А, ага, эй, а я могу ТП... Слышь, ты!
И чё ты стоишь? Витя, вызывай лифт. А как мы... Давайте удалим эту тоже дверь, чтобы было интересней. Эй, ты меня застрял! А как... А что делать? Как мне теперь выйти отсюда? Там. Все. Я сейчас тебя подловлю. Я тебе сейчас сдам. Ах ты пакостник такой. Да. Ну нажмите кнопку, пожалуйста. Нет. А, так если я теперь не выйду, получается, если вы... Сиди там. Эй, а я попробую тпхнуться как-то. Нет, уже никак, ты все там... А, ах ты... Ребята, я смог их убить. Так ты в невидимке, какашка такая. Он в шкаф спрятал. Понимаете, получается, у меня ребята очередь в шкафу ныкаться. Все, пусть там сидит. Закрывай его. Слышь? Ребята, они мне... Так ты говно, то они меня троллят. Да дайте выйти, пожалуйста. Да блин, мне дверью прижимает. А тебе надо именно две двери открыть, в чем прикол. Ребята, ну вот как выйти? Они меня троллируют. Никак. Ну блин, ну пожалуйста, дайте выйти. Нет. А смотри, нажимаю вперед, оно не отходит. Слышь ты! Да дай! Витя, ты тоже встань, давай, как я. Я... Ребята, дайте выйти! Не дадим! Да дай выйти, пожалуйста, я тебе... Я сейчас позову другого аниматроника как-то. 50 гривен, да? Кошак, слышь ты! Кошак! Слышь? Маску снял, по морде получал. Сейчас я позову своего брата. Сейчас я позову братишку своего, и будем с вами разговаривать по-другому. Серега, зачем ты маску снял? Вон он едет, давай сюда, 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 быстрее, быстрее! Кошак, ты, кстати, не умирал в этой серии еще. Маска меня спасла, кстати. Ага, я не могу через вентиляцию. Ты слишком худой. А как ты хотел? Так, я в маске. Серега молодец. Кстати, давай покажем, как тут камеры работают. Здесь полноценно, нажимайте эту кнопку. О, так тут решетка работает, смотрите. Да. А тут нету кнопки, чтобы заходить, выходить, не? Не-не-не. Хорошо, я вызываю лифт, сейчас другой аниматроник приедет. Ах ты жопа, в маске. Увидел. Пока. Покакаешь дома. Нет, ты покакаешь дома. Какал-то. А, он спрингтрапа взял. Да. Но у нас сегодня по ФНАФу 3 все должно быть очень антуражно. Все по канону. Чё ты там скребёшься, а, какаха? Кто-то пытается сделать. О, едет. Сюда, Серега. Ну, ладно. Я в маске. Я иду. Привет. Я твои глаза вижу. Вы же двери открывали, закрывали. Я теперь в шкафчик заходить не буду, ну его нафиг. А ты зайди в гости. Так. Тихонечко. Вентиляцию. Слышь, пока. Ты! И ты без маски был! Ты без маски был! Я дверь закрыл. Ну я извиняюсь, это нон-РП. Я не хотел. Если честно, я проверил, что через вентиляцию убивает. Я думал, что не убьет через вентиляцию. Что-то я так подумал. А этот ты взял аниматроника, который на радиус бьет. А он убивает или скримерки? Оно умер, да? По области, я понял. Вас все пытается. Медленный, жирный. Ну да, ублюдок. Опа. Успел. Залезь в вентиляцию. Нет, я уезжаю. Ушат. Сейчас другой кентафурик придет. Давайте, поехал вниз, в подвал. А у меня лифт на месте остался. Трюга. О, сейчас я им прикольно сделаю подарок. Вызывайте лифт.
А ты что не вызовешь? А я не могу. Давай. Я вам подарок отправил, посылку. Ну, знаю твой подарок. Не, сейчас. Я вам посылку отправил. Сейчас. Так. Почтой. Посылку с говном, знаешь такую? Все, понял. Сейчас я чиню лифт, у нас тут небольшие неполадки, лифт. Давай, быстрее. А что я не могу реально нажимать кнопку? Сейчас. А если я ближе подлечу? Могу. Ребята, смотрите, кто к вам приехал. Ах ты жопа, блин, вот это обманочка. Это тоже подарок от меня. Так это меня убил. Ой-ой-ой. Обстоятельства, но я Диму припугнул зато. Чё ты со своим динамитом? Выходи! Я только скример кинул. Какашка. Так, где мой лифт? Нет лифта. Есть лифт, есть. Он всегда есть. Шпынькс. Слышь, ты! Удачи, Димас. Так, кто у нас еще в FNAF 3 есть? Давайте возьмем. О! Ведь ты только маску одень, а я эту шкаф. Хорошо. Давай вместе в шкаф залезем. Вот, я еду к вам. Не, маска. Ладно. Что ты полил? Отойди. Он идет. А я живой остался. Спасибо, Серега. Налепил случайно. Ну чего ты, иди сюда. А нет. Это реально, я такой злой, то, что вы меня троллили в дверях, я реально не мог выйти. Ладно, все по-честному. Сейчас бы... Ах ты бомж, ты прицепил на меня бомбу, успел. А у меня жизни мало, я умру. Слышишь, ты вы чё, так разделились, что ли? Серега, давай ты вниз, я вверх буду лифт кидать. Ой, убили. Кстати, два охранника убили аниматроника. Все-таки смогли. Смогли это сделать. Хорошо. В кои-то век убили аниматроника, ура. Готовьте, сейчас будет смертельная стычка. Сейчас будет решающий момент. Если я вас выиграю... то значит я лучший аниматроник. Если вы выиграете меня, значит охранники Давай. Лучшие. Ой, это не та кнопка. Маску готов себе надевать. На подкрадулях иду. Иду, смотрю, где же пацаны ходят. Ага, они вдвоем еще и в маске сидят. На всякий случай, да? Ладно, да. Я буду уезжать. Сейчас другой придет. Мне кажется, нас сейчас надурит. Серега, я маску не сниму. Ах ты хитрый. Ладно, пока вы в маске, вас не могу убивать. Хорошо, я уезжаю сейчас точно на лифте. Я тебе тоже сюрприз подготовлю. Не взрывной, а разрывной. Разрывная. А что, ты хотел кнопку нажать, да? Нет. Я сюрприз буду готовить тебе. А я еще сюда схожу. Разрывную. Так, ребята, как же их убить? Мне вот реально хочется вас сейчас очень сильно убить. Не знаю, как это сделать. Как же это сделать? Я знаю, как это можно сделать. Сейчас. Он убежал. А он невидимый, наверное, стал. Не, вроде не видно его. А вот видно, понятно, невидимый. Хитрые жопы, не дают мне выиграть себя. Вот он здесь бегает. Баланбой. Нет, я в шкаф больше заходить не буду. Нет, я в шкафу сидеть не буду. Вот она какашка бегает, бежала. Да слышь, да что ты палишь мне? Это же честно. Как их убить? У них эти маски вонючие. Снимай. Не. Так, я сейчас возьму аниматроника, который убьет двоих сразу. Опа. Я знаю, кого надо взять. Я знаю. Куда открыть? Я знаю.
одел. Он тут летает. Не снимай маску. Вот сейчас кот красный. Кот красный, кот красный. Не снимай маску. Я знаю, как ее снять. Вот так. Опа. Ты задрал, давай! Я не смог, не успел, ребята, так хотелось, что не смог. Ты читер вонючий. Да это не читер, я был невидимый. Аниматроник с невидимостью может убивать? Нет. Ну ладно. Хорошо, давайте тогда так. Вы, сейчас я поднимаюсь на лифте, и вы можете админский пистолет использовать, а я могу хитрость свою. Согласны? Давай, пендали. Какой пендаля? Сейчас будет решающая схватка, кто кого выиграет. Да. А стой, стой, сейчас возьму аниматроника, будешь мне говорить стой. Все, я спускаюсь вниз, и когда я смогу уже на лифте подниматься к вам, вы сможете меня убивать. Витя, прости, Серега, я не взрывай, ну зачем? Не я надо. Я случайно нажал. А Серега по позициям так. Угу. Зачем ты в офис-то сел? Тут же самое палевное. Да не, нормально. Ладно. Я тогда вот ушку. Я сейчас буду подниматься на лифте. Давай. Так, вызывайте, я и приеду. Вызывай, Витя. Так вы ж мне не даете выйти, подлецы вы вонючие. Слышь, ты сейчас попадешь по мне еще, алло. Стреляй. Да не стреляй, пожалуйста. Он меня увидел, ну как? Ну блин, ну ребята, я так старался выиграть их, ну ладно. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой ТикТок, Инстаграм. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Ура!